Продюсер Цуи Харек. В фильме снимались Вилли Чи, Кавани Ли, Вон Ван Чонг, автор сценария Мэй Йен, художник картины Ку Ран Хим. Монтаж Тони Чоу. Режиссер-постановщик Ринго Лэм. Династии Чонг в храме Шаолине появилось Чулинское правительство. Люди императора Йонгченга устроили кровавую резню. Никого не жалеть, убить их всех. Несколько выживших монахов из Шаолине сумели сбежать. Их жестоко преследовали агенты правительства. Наша история начинается здесь и сейчас. Выжженный рай. Дядя, 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 вы поранились. Немножко вывернул ногу. Вы можете идти? Да, нет. Солдаты приближаются. Пошли. Позвольте помочь вам. Лошадь. Лошади плевать на нас. Я беспокоюсь только она сама. Но я-то другой дядя. Прекрасно. В таком случае будем драться. Дядя. Давайте будем драться позже. Хорошо, так и сделаем. Фонд. Ты забыл залезть на лошадь. Как тебя зовут, мальчик? Фонг Сай Юг. Я послушник из Шаолиня. Я давно с тобой гонюсь. Get
Ты покойник. Фонг, спасайся. Спасайся быстрее. Подожди, я тоже буду драться. Не сейчас, дядя, за мной. Не дать ему идти. Дядя, давайте спрячемся там. Вы в порядке? Глупое животное. Меня чуть было дважды не убили из-за этого дурацкого зверя. Вы и так уже устали. Я это знаю. Что ж мне нужно, так это поесть и поспать. Да, конечно. Естественно, вы ведь мастер. Не будь дураком. Пойдемте сюда, здесь слишком ветрено. Здесь никого нету. Такое ощущение, как будто бы этот дом был создан для нас. Как ваша нога? Кто там? Мы спасаемся от солдатов Манчу. У меня нога поранена. Мы тебя не тронем, не бойся. Давайте я посмотрю. Не пугайся, дитя. Монах никогда не будет лгать. Отдыхайте, дядя. Так, лучше. Солдаты. Успокойся, я тебя смогу защитить. Прекрати быть героем хотя бы раз в жизни, Фон. Помоги мне. Спрячьтесь. 男女授受不親的,你自動啲好嗎?仲你老母啊。哇,姑娘,你真的語出驚人喎。你唔使與大相關啊。哎,大家唔好語無倫次啦,快啲嚟埋啦。嚟埋啦。仲撞我。你咪借頭借路嗨我得㗎。你有咩事啊? Все разваливается на части. Там никого. Thank you.
Бетхофу. Муланга. Муланга. Туалю Муланга. Ну что, мы никого не нашли. Поскакали. Убери свои руки от меня.姑娘，领会啦，我系少林族家弟子鼎鼎大名嘅方世玉，呢位万人敬仰嘅智能大师。姑娘，我哋佛门中人唔会做啲咁嘅事嘅。你咁认噶？都冇做过，咁点认啊？姑娘，冇证冇据，冇乱讲啊！证据？你啲咩嚟噶？你睇下，我对手根本就冇咁大。咁你即系话我啫？系你自己认噶咋？蛇鼠一窝，乘人之危。可能头先大家逼个头，唔觉意嗨到下啫。姑娘。 睇你个样就知你系心命大意嘅人，你唔会介意嘅。有咩冒犯，请你多多包涵。第日一定报答。细玉啊，此地不宜久留，都系走啦。师叔真系醒目啊，行啦。喂，好声啊！头先系咪你手多多啊？师叔，你唔好屈我。唔会闹你嘅。我系话呢个印啊，我只手边有咁细啊。 你话系你啦，唔系你，咁咪即系佢死啦，今次真系打烂债盘啦。吓，师叔。喂，你就咁咪走啦？咁唔系你想点啊？你头先应承过话报答我喎。系啊，我阿妈今日头七，想请两位师傅做场法事。哦，包喺我身上啦。系啦，姑娘，你贵姓啊？我叫豆豆。我叫方世玉啊。我叫智能啊。头先咪讲咗咯。惊你唔记得嘛？唔使理佢，嚟啊，我帮你安排啊。作家弟子真系做嘅。 Мисс Тау-Тау, что вас привело сюда? Я сбежала. Из борделя. Из борделя я была шлюхой. Я занимался этим целый год. Меня продали. Солдатам, но они все уже умерли.师叔，你咪惊功自了咁先得噶。嘿，你个杯弓蛇影啦！你两个参与成一棒蛇啊！唉，一代宗师竟然落得如此下场。唉，冇机会啦，两派之争必有胜者，少林被毁，同门四散。细玉啊！ 不如我哋隐姓埋名，揾潭有山有水嘅地方，叹下世界好啦。师叔，你咁缩骨噶？大难临头各自飞，连畜生都不如啊！我想试下你啫嘛，乜你当真噶？想当日我少林寺嘅时候，我打过木人巷，我碰过大火炉出关噶。咁犀利？你唔信啊？我俾你睇下嗱。 左青龙右白虎，拉出嚟噶！大火，哇系啊！你睇住火啊嘛！碰咩大火炉啊？烧烧又呱呱叫。我嗰阵都行晒嘛，而家冇准备。我真正少林被毁，同门。Мы такие же потерянные, как и ты, наш храм в руинах. Мы в бегах, фонг. 不如我哋隐姓埋名，揾潭有山有水。Ты нашел нам хорошее убежище, где мы могли бы закончить свои дни в мире. Я пойду с тобой. 一个木栏啊！ А, смотри-ка, вот здесь. 我哋搬到嗰边咧。好。Помоги мне передвинуть. 系咯，做妓女辛唔辛苦？ Это сложная работа, быть шлюхой, не так ли? 当然辛苦啦。А сложно практиковать кунг-фу? Конечно, сложно. 我咪同你差唔多。Видишь, каким я стал? Мне тоже было сложно, только немножко по-другому. 你第一次俾咗咩人啊？ Кто был твоим первым мужчиной? Сколько ему лет было? Старик, больше 50 лет. Вот ублюдок.
Как ты могла этим заниматься? Я просто глаза закрывала. И тебе не было страшно? Конечно, было. А потом я кричала. А что ты чувствовала? Отвращение. Хотя немножко было интересно. Хотя то, что ты монах и интересуешься такими деталями, разве это не противоестественно? Я интересуюсь просто тем, как ты себя чувствовала, ты все. А меня не интересует то, что было тогда. Тау-тау. Если что, я помогу тебе. Пойдем. Хорошо. Что случилось? Ты в порядке? Да, все хорошо. Мы окружены. Быстрее, сюда. Огонь! Где дядя? Панк! Сюда! Дядя! Дядя! Столько солдат! Что мы можем сделать? В атаку! Фанк! Дядя! Дядя! Держитесь, дядя! Дядя! Они приближаются. Стойте. Фанк, если, конечно, ты не умеешь летать в этот раз, тебе конец. Тау-тау, пригляди за дядей. Ну, давай. Посмотрим, насколько ты на самом деле хорош. В атаку. Не надо драться. Я убью каждого, кто ко мне приблизится. Если ты не хочешь, чтобы ее убили, сдавайся. А ты отпустишь ее, если я это сделаю? Конечно, я даю тебе свое слово. Как насчет старика-монаха? Заберите его.
Капитан, не убивайте моего мастера. Я не позволю вам это сделать. Не убивайте его. Благослови тебя, Господь. Дядя, нет. Спасибо. Не толкай меня. Оставь меня в покое. Успокойся. Встать линию. На колени. Мастер Солнца, монах Чинчу мертв. Ты сюда приносишь мне маленькие подарки. Подойди вперед. Пленники Красного Лотоса, вам повезло, что вы добрались сюда живыми. Запрещено практиковать кунг-фу или изучать сутру. Уже больше вы не являетесь послушниками Шаолиня, вы местные пленники. Заткни свой грязный рот. Послушники Шаолиня всегда будут помнить своих мастеров. У тебя слишком большой рот. Посмотрим, насколько ты смел. Да, испытай меня, я не боюсь. Эти мальчики Шаолиня, они крепки духом. Пускай подойдет, дам, мастер. Брат!
Может быть, еще кто-нибудь хочет защитить дисциплины Шаолиня? Мы все готовы на это, мы все. Да, вы все смелые. Если вы можете подойти и встать передо мной, может быть, тогда вы сможете что-то доказать. Выпустите вот этого. Фонг, будь осторожен. Не надо. Осторожно. Помоги мне. Фонг, осторожно. Брат Фонг. Держись за мою руку. Держись за мою руку. Не отпускай. Брат, брат! Этот храм наполнен скрытыми опасностями. Если вы не будете разумны, каким бы вы ни были сильны, будь ты проклят, вы отсюда не выберетесь живыми. Если я умру, то я заберу тебя с собой. Великолепное кунг-фу. Но ты все равно умрешь молодым. Посмотрим, кто умрет первым. Великий мастер Тигр, как ты смеешь вести себя так, брат Хунг? Фонг, я больше не твой брат. Я принадлежу к храму Красного Лотоса. Предатель. Если хочешь остаться в живых, возвращайся и присоединяйся к остальным. Ты стал их псом. Ты больше не заслуживаешь моего уважения. Я убью тебя, предатель. А стиль великого журавля. Посмотрим. Неплохо. Редко удовольствие увидеть вместе шаолинского тигра и шаолинского журавля. Продолжайте.
Боишься? Ты слабеешь. А вот так? Ну что, достаточно? Саюк, твое колено. На колени, быстро. Есть еще добровольцы? Что, никого? Мастер Хунг, ты молодец. Твоя награда — это люк. Спасибо, учитель. Пускай рабы работают. Больных и слабых уничтожить. Молодой Фонг, я главный учитель. Ты что, не узнаешь меня, что ли? Я что, испугал тебя? А вы как думали? Ну, конечно, испугал. Учитель, вы должны быть смелы. Я собираюсь спасти вас. Я так давно тебя не видел. Ты пришел меня кормить ложью, да? Это очень мило с твоей стороны. Еще раз. Она все еще грязная. А можно полегче, а? Мне больно. Ты меня боишься?
Худшее, что ты можешь сделать, это убить меня. Неприятно слышать, как женщина говорит о смерти. Не люблю я это. Тебе здесь удобно? Я никогда не мылась в такой огромной ванне. Столько воды впустую. Сюда вода поступает из естественного источника. Она чиста и очень нежна. Да, действительно. Когда я первый раз встретил женщину, я сделал ей подарок, и я так поступаю с каждой женщиной. Что ты хочешь? Ты можешь получить все, что угодно, кроме, конечно, своей свободы. Если ты хочешь уйти, ты можешь сделать это только без моей помощи. Я не хочу уходить, только пощадите Фонга. Что до тебе, до него? Он мне не безразличен. Это объясняет твое поведение. У тебя очень страстная натура. Ты такая женщина, как мне нравится. Вы его отпустите. У каждого желания есть цена. Бэк, помнишь, да, мастер? Учитель, как вам удалось выжить в этом месте? Тот, кто ищет смерти, не может найти ее. Только если его желание не слишком сильно. Вы похудели, учитель. Ничего не могу поделать с собой. Я ел слишком много мяса. Так получилось. Неужели мой труп останется здесь навсегда, если я умру? Не волнуйся, я съем тебя. Кто-то идет. Притворись мертвым. Ложись на трупы. Труп — это такая ужасная штука. Возьмите его, вынесите его отсюда. Странно, надо же, а? Как они меняются. Сестра Бак, выходи, Люк. Хунг, все, что Люк может сделать, я могу гораздо лучше сделать. Сегодня ночью я твоя. Я не приму такой щедрости от вас. Не нервничай.
Майор Фуксимо. Я хочу, чтобы ты служил мне. Ты ведьма. Ты правая рука своего хозяина, а я никто. Так, я могу служить тебе, не играя в игры. Я восхищаюсь тобой как воином, поэтому хочу тебя. Если ты неправильно понял это, забудь об этом. Я не могу. Это так неожиданно. Как смеешь ты? Ты читаешь меня. Сон Манчу. И как ты можешь в таком случае испытывать ко мне какие-то чувства? Пожалуйста, пришлите Люк назад. Осторожней, не ударься головой. Ваше Величество, как он? Ничего серьезного, с ним все будет хорошо. Я слышал, ты спас жизнь моей прекрасной компаньонки. Я отплачу тебе этот долг. Так договорились. Теперь ты ему ничего не должна. Мне очень жаль, что ты жертвуешь собой ради меня. Учитель солнца достойный человек, это не было жертвой. Как ты? Гораздо лучше, но все еще болит. Да, я посмотрю. Похоже, тебе очень больно. Это очень мило с твоей стороны, но этот человек... Не волнуйся, я спасу тебя. Это зависит от того, насколько ты могущественен. Ты слишком и так много сказал своему молодому другу. Я вас оставлю. В чем дело? Я должен встать. Не надо. Отложим это до твоего выздоровления. Я гораздо быстрее выздоровлю, если ты поможешь мне. А ты веришь, что ты сможешь? Если я сказал «да», то почему же нет? Значит, я смогу, видишь? Уже не больно. Я тебе покажу. Все в порядке, со мной все хорошо. Ты слишком быстро идешь. Почему мужчины всегда строят из себя героев? Как ты можешь выносить этого ублюдка? Пока что он ко мне не прикасался. Не верь ему. Давай сядем вон там. Садись, игнорируй его. Фанк, это женщина, новая фаворитка, учителя солнца. Держись подальше от нее, это не твое дело. Помни, ты пленник храма Красного Лотоса. Хонг, ты предал храм Шаолиня. Ты будешь страдать за это. Закройте ворота. Ты всегда пытаешься воспользоваться ситуацией. Ничего не могу с собой поделать. Держи, поешь. Тебе это будет на пользу. Храм Красного Лотоса. Мастер, я тебя испугал? Прости.
Ты выглядишь такой красивой, когда ты напугана. Вы отвратительны мне. Просто возьмите меня и убирайтесь отсюда. Ты обманула меня. Как ты можешь быть такой шлюхой? Ну, говори. Не смею не подчиняться вам. Вот так, да? Ты ведь сказал, что ты уважаешь меня, а ведешь себя как стерва самая настоящая. Ты должна бояться меня. Как ты можешь позволить мужчине взять себя без сопротивления? Как можно быть так легко доступной? Я был великим генералом. Я всегда был предан императору. Но потом, однажды, я выяснил, что мои волосы седеют. Я понял, что все люди сначала рождаются, а потом умирают. Ни богатство, ни слава не могут избавить тебя от смерти. Те, кто думает, что они добились всего, ошибаются. А мне нравится жизнь. Даже ее темная сторона. Я должен постичь все аспекты жизни. И в конце концов я построил храм Красного Лотоса. Теперь я самый могущественный человек здесь. Я делаю все, что я только хочу. Даже император не может контролировать меня здесь. Но что толку от власти? Женщины. Смерть. Я тоже, как пленник здесь. Я заперт здесь. Храм Красного Лотоса — это моя гробница. Ты боишься смерти? Да, боюсь. Пожалуйста, не убивайте меня. Ты была свидетельницей моих страданий. И ты сохранишь мой секрет, ты никому не скажешь. Сохраню. Я обещаю, я никому ни слова не скажу. Правда? Посмотрим. Неужели Фан хочет забрать у меня мою женщину? Я отпустил его, так что ты должна сегодня ночью сдержать свое обещание. Твой страх делает тебя такой прекрасной. Фонг.
Закрыть ворота. Давай. Создатель рая наслаждается собой в аду. Открывай. Что это было? Нашел кого-нибудь? Никого. Продолжай искать. Я поищу там. Держи рот на замке. Значит, ты умрешь. Прекратите. Фанк, бросай меч. Он немножко медленный, может быть, убить его. У нас здесь есть закон. Если хочешь остаться в живых, бросай меч. Ты пес. Быстрее, быстрее. Come on!
Бросай меч, иначе тебе конец. Панк. На колени. Опять ты? Вот именно, ну и что? Что делает тебя таким горделивым? Ты обязан своей жизнью женщине. Ты позор для Шаолиня. Как тебе не стыдно? Как смеешь ты? Дерись со мной. Драться с тобой? Ты боишься? Хорошо, я дам тебе шанс. Мы встретимся на арене. Пускай загремят барабаны. Что это за место? Арена диких зверей. Средний ринг для боя. И кто будет драться? Фан. Ты оскорбил своих учителей. Твоя жизнь была тебе сохранена только потому, что с тобой хочет встретиться лицом к лицу чемпион. Хунг, ты снова? Ты ублюдок. Фанг. Ты должен убить этого предателя. Заткни свою пасть. Капитан. Неужели ты настолько напуган, что не можешь сам драться? Я не буду марать свои руки от тебя. Хонг. Каковы будут ваши приказания, мастер? Я хочу, чтобы ты показал свой стиль тигра. Тот, кто убьет своего противника, получит женщину. Учитель солнца, я с удовольствием сделаю это. Ты предатель Хунг. Мы были братьями, но я не буду тебя жалеть. Необычный журавль. Ну что ж, посмотрим. Необычный тигр. Должно быть, ты давно не тренировался. Выкажи уважение старшему. Ah!
Бо Сан Юк! Не борись! Держи меня за руку! Наверх! Отпусти меня! Отпусти его! Не щади его! Прикончи его! Я перед тобой в долгу! Я выплачу свой долг! Наверх! Не отпускай. Как ты можешь стать псом? Я не обязан тебе ничего объяснять. Либо мы опустимся вниз, либо наверх. Выбирай сам. Фонг, что ты делаешь? Давай, поднимайся наверх. Наверх. Фонг. Я больше не могу верить тебе. Это похоже на план уничтожения храма. Понимаешь ли, Люк Аристо была то, что надо. Но даже у нее есть свои слабости. Сэр, этот парень Шалини беспомощен, когда речь идет о женщинах. Фонг. Если ты сможешь убить Хунга, эта стерва станет твоей. Что? Как ты смеешь? Брат, у тебя нет выбора. В таком случае давай освободим всех остальных и сами уберемся отсюда. Ключи, ключи. Фонг Сан Юк. Хотите бунтовать? Фонг. Ты, стерва! Нужно пересечь мост, пошли! Посмотри на эти звезды, сколько солдат. Убить! Прекратите! Вы мне яйца давите. Я устал. Осторожно, мне нужно отдохнуть. Давайте, давайте, быстрее. Я не с тобой разговаривал. Вперед. Брат, в чем дело? Сколько их? Какая разница? Вперед!
Давайте попытаемся поднять ворота. Давай, давай, поднимай. Я держу. Давай. Осторожно. Сзади, сзади. Назад, это ловушка. Прыгайте, прыгайте. Сюда, наверх. Они уходят, огонь. Чего тебе надо? Мне хочется повеселиться. Я-то думал, что мои солдаты проиграют. Ну что ж, пускай играют, я сам хочу поиграть. Я превращу тебя в что-нибудь необычное. И я буду хранить это у себя в качестве произведения искусства. Ты безумен. Мертвое безумие важнее всего. Мертвые никогда не задают вопросов, они никогда не сопротивляются, они прекрасны. К черту тебя! Если тебе так нравится смерть, покончишь с самоубийством. В следующий раз, когда мы встретимся, ты поймешь, насколько хорошим я могу быть. Учитель! Все пленники оказались в ловушке. Эти дураки. Они думали, что так легко покинуть храм. Нет уж. На этих псов нельзя положиться. Конг предал меня. Он умрет, как все остальные. Бак, приглядывай за ней. Только в этот раз без ошибок. Здесь нет выхода. Пошли. Что дальше? Сюда. Прыгай. Как воняет. А, значит, вернулся в конце концов. Учитель. Учитель. Ты еще помнишь своего учителя, не так ли? Я же тебе сказал. Держись подальше. А ты что? Предал собственных братьев. Как ты мог? Учитель, я убью тебя. Учитель, это ошибка. Как вы можете дальше жить? Я хотел спасти своих братьев. Ну да, конечно. Как это благородно с твоей стороны. Сделать вид, как будто бы приснился к врагам, для того, чтобы выяснить, где находятся все ловушки. Это правда. Он действительно так и поступил. Правда? Да, это правда. Тогда я ошибался. Прекрасно. Давайте найдем выход отсюда. Здесь где-то находится склад пороха. Мы должны найти его, чтобы взорвать ворота. Только так. Но как мы выберемся? Предоставьте это мне. Я не зря тратил свое время здесь, в ожидании смерти. Пойдемте со мной. Как мы сможем выбраться отсюда через этот проход? Вы смогли выкопать туннель? Это здорово. Конечно, я себя вел как крот. Пойдемте, учитель, нет. Там снаружи хаос. Если вы выживете, вы сможете вернуться за мной. Будущее Шаолини лежит на ваших плечах. Но ведь вам будет тяжело. А кто жалуется? Никогда не жалуйтесь. Хорошо, учитель, никогда. Пойдем, Хунг. Да-да, идите. Идите. Берегите себя. Этот храм не отличается от всего остального мира восточных единоборств. Есть соперники, есть победители, есть проигравшие. Те, кто проиграл, всегда будут рабами. Ну что, кто-нибудь хочет покинуть меня?
Откажитесь от своего звания людей Шаолиня. И как ваш лидер, я дам вам свободу. Если вы не сможете с этим смириться, я уничтожу вас. Тау-тау. Пон Саюк. Оставайтесь, где вы есть, понятно? Иди, освободи ее. Тау-тау, осторожно. Понг, спасайся. Ты снова. Оставь ее мне, хорошо. Бэк, помоги нам сбежать. Хороший пес никогда не кусает хозяина. Сними с меня цепи, тау-тау. Смотри. Не дай ему уйти. Они вызовут охрану. Вы не можете уйти. Не сопротивляйся, иначе я тебя убью. Неужели? Никогда. Брат, ты ранен? Со мной все в порядке. Приглядывай за ними. Только будь построже. Держу, держу. Держись. Не дай этому упасть. Иначе нас раздавит. Женщина, от вас одни неприятности. Держись. Посмотрим, как тебе это понравится. Будь ты проклята. Стерва. Я тебе покажу. Вот так-то лучше. Твоя очередь. Моя нога. Понг, достаточно. У нее нога сломана. Она ничего не может сделать. Спасибо за помощь. Я охранял женщин. Ты что, не видел, что я был в опасности? Я знал, что справишься. Помогите. Ой, я забыл про Тау-Тау. Что, так плохо? Не трогай меня. Тау-Тау, как ты? Мне больно. Ничего, все будет хорошо. Откуй меня, идиот. Почему ты ведешь себя так грубо? Ты однажды меня отпустила. Почему же не сейчас? Как мне отпереть тебя? Это просто. Я сама это сделаю. Если это было так просто, чего ж ты просила у меня помощи? Потому что у меня были руки связаны. Черт, а? Как же так, а? Фонг? Возвращайся, Понг, ядовитый газ, беги. Давай, давай. Забудь обо мне, спасайся. Слишком много народу видел, как ты помогал мне. Учитель солнца не пощадит меня. Давай будем об этом думать позже.
Здорово. А где мы? Крысы! Подумаешь, такие худые, должно быть, они голодают. Как ты можешь шутить в такой момент? Что это? Злые монстры. Их тут сотни. Ослушницы. Похоже на себя. Да, действительно. Это змея. Ну и что? Так спокойно среди мертвых, так далеко от всех неприятностей. Останемся здесь. Ну, не знаю, нужно искать выход отсюда. Как мы выберемся отсюда живыми? Не волнуйся. Я сделаю так, что ты окажешься дома. Серьезно? Я никогда не лгу.咬呢腳趾咁巧口㗎，我只狗鼻啊！哎呀，好核突啊！哦，咁你見死不救嘞喎？你眯埋眼先啦！啊！我有線啊！我有線啊！認真啲啦，我救緊你㗎！ 好痛啊！痛。 Что, так больно? Нет. 入边有冇机关啊？ Здесь есть ловушки? Да. 不过，我又是咁重要，你讲点样俾我知啊？ Но он не показал мне их все. Что тут? Лестница впереди. Ладно, держись за меня. Поверни ручку направо. Не двигается. Двинулась налево. Ты совершил ошибку. Неважно. Пошли отсюда. Здесь порох. Хунг, будь осторожен. Я что, ударил тебя? Держись за мою руку. Не отпускай. Бэк. Бэк. Смотри, стена открывается. Выключи воду. Пошли. Мне нужны мои туфельки. Догнись. Пошли. У меня голова кружится. Змея. Ну и что? Тебе страшно? Избавься от нее. Фонг Сайюк, иди встретись со мной. Лови.
Отпусти ее. Бросай, иначе она умрет. Не верь ему. Вспомни дядю. Тау-тау. Мразь. Каждый раз срабатывает. Беги. Я убью тебя. Ты покойник. Трус, Фанк, подожди меня здесь, хорошо. Не забудь про меня. От меня. Я отправлю тебя в ад. Это за тебя, дядя. Смотрите, открылось. Тонг! Тонг! Сюда! Быстрее, Тонг! Конг! Учитель! Это учитель! Вы живы, это так здорово. Учитель, мы так сильно скучали по вам. Прекрати обнимать меня. Не думай. Я ж тебе не мягкая игрушка. Не целуй мне руки, они такие грязные. Учитель, мы так счастливы видеть вас снова. Нельзя зря тратить время. Это тупик, мы должны вернуться туда. Чего ты сразу не сказал? Пошли, пошли. Тау-тау! 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 Здесь нет выхода. Что мы будем делать? Будда, создатель рая, наслаждается собой в аду. Надо же! Учитель! О, Будда, как нам выбраться отсюда? Учитель, он забыл о нас. Может быть, наши грехи разозлили его. Конг, быстрее, зажги эссенцию, быстрее.
Послушники, послушайте меня. Давайте преклоним свои колени и вспомним сутру. Ты готов? Вот. Пригнитесь. Учитель, глупцы, как вы можете читать шаолинское кунг-фу самым лучшим? Вы оказались лицом к лицу со смертью. Вы думаете, статуя поможет вам? Я построил этого Будду. Он подчиняется только мне. Если я приказываю ему убивать, то он убивает. Я создал анти-Будду. Приготовьтесь к тому, чтобы поклоняться ему. Позаботься об учителе. Подвинься. Быстрее. Конг. Ты подвел меня. Ты должен был служить своему мастеру. Или Шаолиню, или Красному Лотосу. Я предложил тебе удовольствие и власть. И чем ты отплатил мне, я заберу у тебя твою жизнь. Выходи. Дерись со мной, если посмеешь. Конг, что ты делаешь? Какой приятный сюрприз. Убить вас обоих вместе. Это действительно настоящее наслаждение. В последнее время жизнь была очень скучна. Покажись, дьявол. Ты хочешь присоединиться к нему? Ну что же, вас ждет ад. Сюда. Давайте, давайте. Присоединяйтесь ко мне в аду. Покажись. Должно быть, он там. Надо сломать эту стену. Учитель, это всего лишь статуя. Зачем поклоняться ей? Будда испытывает нашу веру. На колени. На колени. Поклонись в знак уважения. Выкажи уважение и сожаление. Только смотри, не перестарайся. Осторожно. Смотрите, солнечный свет. Будда указал нам путь, это чудо. Дыра слишком маленькая. Может быть, стоит еще с ним поговорить? Зачем зря тратить время? Давайте взорвем это местечко, уничтожить Будду. Как ты смеешь? Продолжай молиться. Молись Будде. Его здесь нет. Что делать? Забудь о нем. Давай приснимся к остальным. Сила воздуха. Твоя кунг-фу не сможет ничего со мной сделать. Ты слишком хорошо держишься для старика. Ты обладаешь молодостью, но это не спасет тебя. Я раздавлю тебя, как насекомое. Стойка, журавля. Ну что же, давайте покажу вам свою настоящую силу.
Смотрите, это будет моим самым главным шедевром. Неограниченная энергия. Неограниченная энергия. Неограниченная сила. Неограниченные слова. Стойка журавля, стойка тигра. Я послал тебе послание. Узнаешь настоящая сила. Черт у тебя, ты готов? Да, сейчас. Быстрее! Собирайтесь, братья. Давайте. Как я смогу это объяснить Будде? Неважно, просто сделайте это. Ты сделай это, я не смею. Ты молод, он простит тебя. Не пытайтесь меня одурачить. Но быстрее, пожалуйста. Вы сделали это. Это был ты. Нет, это был ты. Неограниченное творение. Возвращайся в ад. Пригляди за ним. Я поищу остальных. Тонг, уходите отсюда. Ты видел Тау-Тау? Нет. Я должен найти ее. Фонг. Тау-Тау, ответь мне. Я здесь. Я на мосту. Где ты? Где ты? Я здесь внизу. Пожалуйста, спаси меня. Быстрее, иначе я сгорю заживо. Прекрати кричать. Я спасу тебя. Прекрати кричать. Слишком высоко. Если я прыгну, я умру. Что ты делаешь? Прекрати кричать. Все разваливается на части. Прекрати кричать. Помогите. Фонг, ты испугал меня до смерти. Ты чего кричала? Ты что, с ума сошла, что ли? А ты чего? Да ты кого угодно можешь с ума свести. Что мы будем делать? Я не знаю. Надеемся на удачу. Давай, залезай. Ты хочешь нас с собой убить? Сюда. Это что, выход наружу? Слишком много было тупиков. Ну да, понятно. Так в чем дело? Может быть, это любовь? Это настоящий ад. Давай вернемся. Ты в порядке? Со мной все хорошо. Что ты там говорил про тупики? Эй, есть там кто-нибудь? Помогите нам. Не нужно было приходить за мной. Теперь мы оба оказались в ловушке. Я здесь только ради тебя.
Ты невинна, только он невинен. И он никогда не жалуется. Трудно быть человеком. Жизнь — это сплошные конфликты. Тау-тау, возьми меня за руку. Если даже мы не выживем, может быть, мы окажемся в раю? Ладно, хватит там конючить, давайте, поднимайтесь. Давайте, разбирайте решетку. Ты смотри-ка, вот и Хунг. Чего вы ждете? Карабкайтесь. Дай руку. Так, осторожно, не надо. Только не загрузь. Ничего не могу поделать, это так искусительно. Подождите, как же я? Вернитесь. Быстрее, все обрушивается. Спасибо ни за что. Сюда. Учитель. Надо же, столько мы были врозь. Я в конце концов отвезу Тау-Тау домой. Да, конечно. Много опасностей ждет тебя впереди. Будь осторожен. Я знаю, учитель. Братья, берегите себя. Увидимся скоро. Не забудь рассказать нам всем о своей свадьбе. Но вы знаете меня, я никогда не лгу. Брат Хонг, береги себя. Ты тоже, Фонг. Давай. Торопись. Дай повод. Увидимся. До встречи. Любовь покоряет все.